У нас в Украине начата реформа органов внутренних дел. 7 ноября начала работать национальная полиция. Назначен новый начальник национальной полиции Хатия Деканаидзе. По программе, которая утверждена министром внутренних дел Арсеном Аваковым, в новую национальную полицию смогут пройти только те сотрудники, которые будут соответствовать высокому званию украинского полицейского. Будет проведено тестирование всех 150 тысяч сотрудников национальной полиции. Будут проведены собеседования с участием общественности, представителей Верховной Рады, журналистов, правозащитников, со всеми руководителями от уровня районных отделов милиции. Это по-настоящему первая структурная реформа.